делать. Он восьмой блоке, да? Я делаю. Он туда уходит, там для него спасение. Я что делаю? Никакого спасения. Я через зонтик режу ему угол. И еще режу угол. Он сейчас, я к Славочке сейчас убегу. Да, на самом деле, я убегаю. А не убежишь, я ему режу здесь угол. Понимаете, какая она кровожадная, эта восьмерка. Это должно читаться на ваших движениях, в ваших глазах, в ваших блоках. Дальше смотри, мне еще под шагу режут по голове дать. Это может быть толчок. Я по башке, на! Смотри, да? Дальше у меня росчерк и килл, правильно? Вот он росчерк. Да, вот. Вот это, например, я хочу раньше его убить, он второй минус. Я убрал, здесь уже убил. Он упал, он развернулся, упал вот так на пол. И укол у меня уже будет вот так выглядеть, да? Ничего не меняется. А теперь, Жень, а ну сделай-ка мне очень медленно эту восьмерку атаку. Я покажу вам, как ту же восьмерку можно добавить ее драматизма. Пошел. Давай, помню. Что я сделал? Восьмерку. Я эти блоки сделал внизу, не меняя линий. У меня добавилось драматизма. А ну шестерку сделай. Драматизма на шестерке. Обычно делай. Шестерку сделай. Вот я с ним сложу.